Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. У нас прошла гроза. Посмотрите, что делается. Сейчас был просто ливень. Уже сейчас остатки этой грозы уходят дальше. Но зато город помылся. Приехали в гости на шашлыки. Такая гроза была сильная. Вообще первая гроза такая, просто огромная гроза. Тут огородик. Вот так вот живут некоторые люди в наших маленьких городках, в таких деревянных домах. В этом доме 4 квартиры. Вот. Живут люди. Таких домов по всей России огромное количество. Просто огромное количество. Наша хозяюшка, моя подружечка, делает дела. Танюшенька, как у тебя настроение? Ой, супер, чемоданное! Чемоданное, предотпускное. Вот мы принесли вот такой наш алычевый компот Танюшеньке. Она его очень любит, да, Танюшенька? Да, обожаю. Вот, и теперь мы будем его пить, компотик вот такой вкусненький. Есть мясо, есть овощи и пить компот. Доченька, привет! Помаши зрителям. Так, что ты будешь делать сейчас? Буду нарезать огурцы с помидорами. Замечательно. Огурцы, помидоры мы любим. Чувак у нас готовится, вкусненький, вкуснячий. Yeah.